Всем привет! Недавно я себе установил магнитолу Sony с модулем Bluetooth и USB. Пока что джойстик с кнопкой Voice я не купил, так как нигде не нашел, а покупать новый за такие деньги немного дороговато. И сегодня, чисто случайно, когда я переключал станции джойстиком кнопкой Mod, я не знаю, каким образом, но она работает иногда, у меня работает как кнопка Voice. Давайте сейчас попробуем, может быть, и сейчас получится. Help. Help. After the tone, please select either phone, radio. Видите, кнопки Voice нет, я не знаю, как она работает, но... Radio. 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 FM. FM. Frequency, please. 106.3. Это работает не всегда. Я не знаю, почему и как это произошло. Знаю только то, что с подключенным телефоном по Bluetooth это уже не работает. При нажатии на кнопку Mode и если ее держать, включается режим проигрывания музыки по Bluetooth. Так что я не знаю, что мне делать. В принципе, наверное, лучше, наверное, купить джойстик с кнопкой Voice, но пока тогда буду пользоваться и кнопкой Mode. Всем пока!